А подскажите, пожалуйста, Митсубиси G001. Это Иван Иванович. Он стоит здесь на парковке. Да. А где Иван Иванович? Иван Иванович сейчас в кабинете, но это не приемная кабинет. А что это такое? Кабинет, он забирает свои вещи, пожалуйста. Можно посмотреть? Нет. Почему? Я не могу вас там. А вы куда перепрошу? Что за дверьми этого кабинета там бывает? В этой приемной я не работаю, я не сотрудник приемной. Вот его машина стоит, а он сейчас где? Туточки? Да, сейчас на месте. Ну, мы просто мы хотели себя с ним встретиться. Знаю, а можно с ним пообщаться коротко так? Ну, я не знаю. Почему? Потому что мне надо с ним согласовать этот вопрос. Правда он там на законных основаниях сидит в своем кабинете лично? Ну, что нет? Ну, как бы договоренности были, когда он уходил из мэра в Нордопе, что до избрания нового мэра, то есть он может пользоваться этим кабинетом. То есть и такие устные договоренности достигли. Ну, не каждый. На самом деле, я его лично, вот, именно его не вижу, но машина часто. Машина. А мы же зашли туда, увидели помощника. Мы с помощником поговорили. Димаше. Ну, он народный депутат. Ну, так он нам сказал, да, действительно, все законное основание. Но нас интересует, если он тут каждый день, то какие же обязанности народного депутата? Не факт, что каждый день. Я же не сравниваю сессионную неделю, не сессионную неделю, я не могу говорить. Но машину часто. А у него же две машины, по-моему. Ну, и в основном здесь Митсубиси. А, понимаешь, где уверена, что ты снял это не в разные дни?